Сегодня на национальном телевидении премьера. В 20:30 в эфир выйдет фильм «Движение в Берлине». Его снял и смонтировал режиссер из Чебоксар Виктор Чугаров. Виктор несколько лет назад путешествовал по Европе и заехал в Германию, где жил его друг Ян Шредер. Там родилась идея создать телефильм о родном городе Яна – Берлине. Ян и Виктор познакомились в начале 2000-х. Тогда они вместе на одном из местных телеканалов делали программу про конкурс красоты, а затем стали авторами проекта «Говорите по-чувашски». Когда они встретились в Берлине, идея фильма появилась сразу. Да, ну вообще ты там снимал мою жизнь, можно сказать. Да? Я снимал, как живут сами жители Германии. В частности, Ян рассказывал со своей точки зрения, что там происходит. А я уже по сути строил свою линию, то есть как взгляд чебоксарца на жизнь берлинцев, получается. У меня не получится взгляд чебоксарский. А взгляд чебоксарца на Берлин, меня? У меня тоже. 7 лет ты живу. Ну, это твой родной город, получается. Ты там живешь и уже знаешь, где что, где находится. Фильм снимался 3 месяца. Еще год ушел на монтаж. Пока Виктор монтировал фрагменты, выкладывал в соцсети и получал хорошие отклики. А премьера состоялась на европейское Рождество. Ты узнал, когда тебе сказали в одном из клубов в Берлине, то, что ты есть в этом фильме? А, да. Мне девушка, которая и тоже, ну, она работает в один клуб, где я работаю, и она мне сказала, «Эй, там есть фильм с тобой там в интернете». Ага. И она мне слала линк, и я мог посмотреть. Да, ей понравились. Во время съемок в Берлине Виктор встречался со многими людьми. Говорит, самая большая сложность – языковой барьер. Он даже ходил в специальную школу, чтобы выучить немецкий. Во время съемок, признается режиссер, бывали курьезы. Там было интересное интервью, которое он делал с поляком. Поляк сказал, что он все время, сейчас, который он жил в Германии, что он живет на пособие. И потом, когда ты спросил ему, как тебе нравится, он сказал, мне не нравится Германия из-за немцев. Не люблю немцев. Да, это получил у тебя очень много отвизок в ВКонтакте. В планах Виктора снять «Движение в Берлине 2». К его созданию он привлечет уже и сценариста. А пока Виктор создает новый фильм. Он совсем другой, признается автор. Я сейчас снимаю сам, как режиссер-постановщик, фильм «Решение треугольников». Он будет показан, возможно, на Чебоксарском кинофестивале, который будет в этом году, в мае. Вот. Он как раз снимался как раз в Чебоксарах. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.